Вау. Атмосферность, дождаться герметизации шлюза. Нужно. Так. Привет. Здорово. Ага, ща. Удачи тебе. Чего ну, тебе? Ну, привет. Привет. Возьми ломать мясо и колобок, и сожри их, понял? 6000 норм. Спасибо еще огромное. Теперь наконец-то смогу рвануть в Припять. Осталось только путь продумать. Ну, привет. Урод. Забрал у меня. Все мое нажитое. Честным трудом. Здравствуйте, здравствуйте. Да пошел ты. А. Окей, ничего нового. Ой, я бы сейчас на эту кнопку нажал и свалил бы отсюда с людьми. Интересно, кто им жрачку завозит? Или у них жрачки тут на 50 лет вперед? Так, куда дальше двинуть-то? Тайник, что ли, обыскать? Опаньки. А, личный ящик, думаю. А какого хер здесь личный ящик показан? Пойду тайник заберу. Так, в Копаче я был. Это здесь был. Здесь тоже ничего интересного. Ну как, квест здесь. В тайник погнали. Вообще мне продаться, если честно. Продать всю эту херню, которая там у меня скопилась. И да, можно к Зулусу сходить. Может быть, это он потерял там братьев или что, его сейчас активируется квест. Я в следующий раз, когда будет что-нибудь какая-нибудь заваруха, типа, ты типа, помоги нам, я пойду один. Может быть, мне артефакт бы дали тогда, в том случае, или больше денег бы дали, если бы я один пошел, а не со сталкерами. Так, окей. Алоха! А, это забери. 1904 полностью починенный. Сколько стоит починка? Ну, привет. Хаюшки! Две восемь... О, нет, 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 нет. Пусть она где-то здесь валяется. Я хз, куда она выбросилась, если честно, но где-то тут. Ладно, неважно. Слушаю тебя. Я прежнему не хочется со мной разговаривать. Вот же козел-то, а? Козел и в Африке козел. Хотя не факт, кстати. Не факт. Так, где-то тут. Кто-то что-то заныкал. Давай, прыгай. А, молодец, что-то традиционным заныкал. Ублюдок. Скотина. Ну нахера мне твой АКМ нужен? Браток! Вот нахера мне твой АКМ нужен, скажи мне! Зачем мне твой АКМ, мать твою? А? Кусок. Кусочек. Пойду на ЗРК. ЗРК за... закрытый зенитно-ракетный комплекс? Или... закрытая реакция колбаски. Или знакомая реакция колбаски. Какая реакция? Никакая, в принципе. Вы ее жрете, а реакции никакой. А представляете, если бы у колбасы были чувства, вы так идите, и она такая, за что? Что я тебе сделала? Почему ты держал меня на боковой полке в холодильнике 2 недели? Ты не мог меня вниз хотя бы положить там холоднее? Сволочь! А теперь сидишь мне жрешь! И знай, я проплесневела! Так, ты мне не нравишься.
Ой, зомбик. Ой, еще один зомбик. Ой, сейчас постреляем. Прикольно будет. Пи-пи-пиу. На всякий случай. Не затрахали, подыхает и не подыхает одновременно. Если меня кто-нибудь здесь убьет, я превращусь в зомби. Представляете, у кого будет тут навар просто. Вау, это было быстро. Видимо, у чувака реально мозг был. Я попал наконец на него. Ой, я кушать захотел. Да, давай будем кушать и хотеть, когда мы расстреливаем зомби. Жора, коньяк. Нормальный бро. Не успел. Да, ну хоть у кого-нибудь Велес здесь будет, нет? Твою-то мать. Где еще один? Спасибо, что нашумел, урод. Ни себе, ни людям. Кусок. Так, что у тебя есть? Вот нахрена мне твой отклик, а? Вот нахрена он мне, скажи? Это лейтенант, смотрите-ка. То есть это были все военные, что ли? Нет, это сталкер. По роже видно. А чё у нас тутоньки? Эти крысы. Они такие прикольные. Они как чихуахуа. Вроде крику до хера, а толку ни хера. Вы слышите это? Слышите это нечто сверху? Так, ну сюда я еще пойду. Так, давайте только не будем останавливаться прямо здесь. Так. Сталкеров я убил 70, ну ни хера себе. Ох, сколько денег. Так, а здесь нет ликбеза никакого, что ли? Я подумал, тут как в первой части есть ликбез по мутантам. Нужна точность увеличенная. Потому что накоплю 100 тысяч и буду тратить. Тратить! Ой, что-то я перевесил. Спецназ, полиция по яме! Милиция по яме, да. Милиция по яме. Нормально, я думаю, сейчас меня так отколошматит шикарно. Там есть РПГ! Твою мать! Как мне туда попасть? Так, это не тот, это не сюда! Сюда, куда? Так, срочно, С4 ставь, давай, взрывай! Как туда попасть? Ну, этот тайник просто кому-то не повезло. Так, выбросить. А вот тебя я продам еще. Кто сказал, нет?
Слышишь, кто сказал? Ням! Ням-ням-ням-ням-ням! Нажмите точку B205. Вы это слышите? И чё я надыбал? Старый листок с расписанием постов. Снизу на нём видны 4 цифры. 1-4-2-1. Поверх старых записей маркером написано: лейтенант Соколов В.И. в связи с крушением вертолета проследовал к точке эвакуации Б-205. В течение 2 дней эвакуация не состоялась. Дальнейшее пребывание на точке связано с неоправданным риском. Принял решение покинуть точку и проследовать к мобильной лаборатории и научной экспедиции. Лаборатория расположена к северо-востоку от точки эвакуации. По сюда, что ли? Окей. Ну, как понятно, последняя точка эвакуации, точнее, финальная точка эвакуации, она самая нужная, и она в Припяти. Как же мне туда попасть? Это просто замануха? Или может ключ где-нибудь есть? Так, Илья, давай. Я включаю сыщика. Подо мной кто-то ходит. Ладно. Ну вот, вот же вы письки, а. Смотрите, сколько там всего, патроны, РПГ, ну хотя, меня ничего не интересует, кроме РПГ. Патроны-то ладно, мне эти не нужны. Но вот РПГ... Нет, не хотел брать. Кто это топает? Давайте, что вы сделаете? Вперед! С песней. Знаете что? Лови! Серьезно? Даже крысам нипочем эта херня! Охереть! Им реально похеру, смотрите! Вау, привет. Я такое чувство, или у них звук сапог? Звук вот сапог, когда они начинают идти. Все норм. Кривая, а? Что происходит там? Кто бьется головой в стену? О, привет! Привет, Юра! Давай, давай, я твой футбол сейчас поиграю, давай. Лол. А тут сюда уже сталкеры пришли, смотрите. Я бюрожем поиграл в футбол. Нормально. Так. Для начала, может, надо все обследовать здесь?
Чувак вообще не понял, что произошло. Ох уж эти бюреры. А чё, парни подоспели? Я в хз, если честно. Может, сейчас требовать буду чё-нибудь. Эй, пацанчик! У тебя чё-нибудь прикольного? Ага. Решетка. Спасибо. Пропустили. Вроде все, утихомирил бюрера. А чё я только что забрал? Я только что-то здесь забрал. Может здесь? Я не знаю, вдруг! Откуда-нибудь. Аллилуйя! Аллилуйя! РПГ! РПГ! Иди ко мне! РПГ! РПГ! Все продам! Все продам! Ну и что, что я не могу двигаться? Сколько у меня геркулесов есть? О, фак. Я заберу все. Я заберу просто все. Мне не важно, смогу я двигаться или нет. У меня уже не влезает, смотрите. Нет, влезает просто. Заглючило все. Так, че, чуваки, че пришли? Че-то надо? Пром? Ну, здорово. Сорок увидел? Чего расскажешь хорошего? What the fuck? Танцы, обниманцы, танцуют вокруг долговцы. Так, теперь самое главное дошагать до Янова. Чего расскажешь, хороший? Оу, щеп! О май гад, еще в радиоактивный грузовик въехал. Тю-рю-тюм, пум-пум. Здесь собачий вальс нужен. О боже. Скушаю-ка я электрический напиток, будет побыстрее останавливаться. И вы посмотрите, сколько я донабрал. Вы только посмотрите. Я сейчас эту РПГ просто возьму и всучу кому-нибудь. Да пошел ты в жопу, нужен ты мне! Нет! Сейчас уже бегу и падаю, мать твою. Мне надо быстрее бежать до Янова, пока я не окочурился здесь. Я тебе потом, знаешь, на предупреждение куда засуну? В рапорт! Я майор Дегтярев! Ты как ко мне можешь... Замачивай бизнес, принеси новый контрит... А, окей. Это, если нажать на таб, то подсвечивается последнее задание, которое ты подсветил. Пометил. Где я вам достану третий детектор ВС? Нет его нигде, вонючие козы. О май гад. И слушок еще, что где-то здесь есть квест на 200-300 бутылок водки. С оружием только на свежем воздухе. Так, чувак, срочно продаем. Подходи, брат! Давай, покупаем, продаем. Так. Да ты шутишь, что ли, а? Я сейчас все буду чинить, что ли? Ладно, так и быть, починю. Не вопрос. Привет, брат! А, привет!
Так, давай чинить. 768. Нормально. Сейчас прикиньте, не отыграю эти деньги. Бывай! Ну привет! Они бы еще для каждой части новых анекдотов придумали, или там мелодий. То значит, слушать одно и то же как-то не прет. Так. О, я отыгрался. Так, сколько, насколько отыгрался? 768. Ну, с каждой по 432. Нормально? Это тоже продам. Такс. И это тоже продам. Потому что мне не нужна. Что еще можно продать? Я могу купить. Геркулеса больше нет. Энергетика возьму на всякий случай. Водяры ему скину. Колбаски тоже. Кого еще? РПГ, естественно, сейчас я оставлю здесь. Оно мне так нужно. Так, ну вот эти протоны я продам, вот эти оставлю. Они более... да, у них бронебойный сердечник. Поэтому у них черная здесь ленточка. Я не знаю, нахера мне это... В общем, я продам. Это дело. Батоны тоже забирай. Гранаты на. Они не могут даже крыс убить, эти сраные гранаты. Здоров. Нет. Да, про кровососа прикольно, вот эта фигня, которую он рассказывал. Там что-то кровосос выходит с черепами на руках, и начинает вот это говорить, какие тут нафиг кровососы. Типа прикол. Так, Зюлюс! Зюлюсую! Говорить хочешь, нет? Говорить будешь? Кафарити. Ладно, хоть и не такая высокая лестница. Длинная, в смысле. Ой, да пошел ты. Что, реально не можешь расстрелять этих мудаков? О, бедный сталкер. Его убили, когда я пришел. Прости, дружище. Ну что делать? Эх, сержант Никешин. Бедняга. Ах ты тварь. Ну давай, ползай. Я перезаряжусь даже, давай. Че, убежи? Тумба-юмба. Тебе в жопу. Ну вот что мне даже делать, я хз. В Капачи был. На ЗРК был. Продвигаемся дальше. В аномальной роще не был. И в карьере не был. Хм. А вот туда и погнали. Это где-то там. Просто потому что. Вытащил детектор. Мне нравится его вид в моей руке. Можно сделать так. Пи-пи-пи. Типа ты такой модный ученый. Понимаете? Типа ты знаешь что-то.
том, что ты делаешь. На самом деле ты нихера не знаешь, но ты хотя бы якобы делаешь вид, да, что ты разбираешься в этом. Знает некоторые девочки книжку читают, они половину не понимают в ней, но читают, потому что это модно. Шутка. И не только девочки, мальчики тоже. Увы, в последнее время. Те особенно, которые надевают узкие джинсы. Не понимаешь, что, во-первых, они выглядят плохо в узких джинсах, во-вторых, пися будет маленькой. Ну, наверное. Мне так объясняли! Окей, и нахер... Да хватит бежать! Я уже отжал сраный бег. Так гопники не отжимают, как я отжимаю бег. Так. И вот так. О! Паркур не получился. Ле паркур! Ле багет! Че, никого не запланировано тайника? Нет? Так, я точно здесь? А, нет, это не карьера, это просто херня какая-то. Ай. Вот вроде бы ничего здесь и нету, но как-то... Занимаешь ты хер... Я вспомнил эту херню, она прикольная. Ага. А фонит от какого-то ящика с дерьмом. Я не могу прыгнуть выше. Ой, там ничего нету, все равно. Какая разница? Сакс. Ничего нету. Ладно, гоу карьер. Помню бы, чё да как здесь? Чё да кого? Здесь какие-то тайники есть. Я точно помню. Оп-оп-оп-оп-оп. Окей, бегу. О, фак. Каруселька, отпусти! Хвост собачий. Держи аптечку. Нет, друг, спасибо, не поможет даже. Слушай, я с одним свободовцем был. Нашли артефакт, говы хороший. Я вляпался, на обратном пути вляпался в газировку. Если бы тот помог, был бы шанс. Он артефакт забрал и смылся. Сказал, за подмогой. Соврал. Найди его, пусть знает, ему веры нет. Вряд ли смогу что-то доказать. Я найду его. Отомстить за щепку. Кстати, того, кто бросил щепку менять в аномалии, сам забрал артефакт и ушел. К сожалению, щепку не успел сказать, как звали того сталкера. Известно только, что он из свободовцев. Окей, пойду к свободовцам тогда. Так, химзащита есть? Блин. Это химзащита. Ну все, капец, я просто Иисус, сейчас смотрите. Вообще насрать. Да куда мне их? Затрахался я уже ваши ломти мяса таскать. Стоять, а здесь что у нас? Душа, другое дело. Как Иисус, пройду сейчас по этому говну. Тут просто бегать как дебил. Все равно химзащита по максимуму, вот она. Все, вот. Я не знаю, можно выше быть. Ну, естественно, может, но... Но зачем? Оно и так норм. Так, сейчас только щепку обшмонаем. Он сдох.
Вот ты урод, а? Так, действие таблеток прошло. Теперь может быть больно. По-моему, все, я все обыскал. Ну вот сейчас обжигает посильнее. Короче, ничего здесь нету, пойду-ка я наверх. На эту. Я не знаю, что это. О, фак. Не с той стороны! Не с той стороны! Каруселька затянула! Каруселечка меня! Карусель! Карусель! Это радость для нас! Только вот это смерть любому сталкеру! Чё здесь есть? Чё здесь есть? Нихера, нихера! Вот я так сейчас мощно облажался! Это реально ничего? Я вот не помню, можно залезть на этот... на это нечто или нет? Why not? Если честно, я не вижу смысла. Почему не вижу смысла? Просто хочется там оказаться. Я хз, что это за... простите... херня? Там, по-моему, по миссии, в миссии какой-то окажешься, или нет? Ну вот эта спрайтовая херня меня напугала, если честно. Потому что что это за дерьмо свисает? А, это просто спрайтовое дерьмо, и все. О, пойдемте в аномальную рощу. Чем хороший сталкер? Тем, что здесь почти можно не убивать никого. Убивать так, между делом. Там хип-защита пошла. И... таблетки-то где? Окей, ищем. Ой, сколько газированки здесь. И чё? Ни одного артефакта? Серьезно? Реально, ни одного артефакта. Вообще насрать. Там щепка сдох от того, чтобы газировка вляпалась. Я спокойно хожу по ним, вообще... ничего, норм. Не, ну вы шутите, да? Ни одного артефакта. Серьезно. Рыли. Вон, кабанчик только. Не хочет лезть в аномальную рощу. Деревьев ничего. Да пошли вы. Не буду я здесь тусить. Пойду в аномалию битум. Битум. Эй! Артефактики! Так, здесь я что-то помню было. Что-то как-то сложняться, как где-то было тут место достать артефакта. Может быть и нет, может быть я путаю. Так, теперь мне полку подболит. Нет, ну если есть что-то термозащиты, это, наверное... да нет, у меня ничего термозащиты. Да. Что-то глупо. Да ладно. Ага. Это гравий.
максимальный вес плюс 8. Тоже штука крутая. Отлично, а там карусельки. Реально, один артефакт опять, ну, что-то как бедненько здесь. Ах, твою мать. Фак. Не вырваться из карусели мне. Оказался я в таком говне. Ну давай, ты можешь. Ты можешь, давай. Да как так? Есть, я же сказал, что он может. А, это уже Юпитер. Юпита! Юпита Джонс! О, фак, нет! Илья. Ну что это было в твоем исполнении сейчас? Ну скажи мне. Вот скажи это мне как себе. Как своему себе. Ладно, была, не была. Все норм. Или не норм? Вообще отлично прошел через карусельку. Собрал все, что можно, по-моему. Здесь больше ничего нету. Так, ну сюда я пока что не хочу. Пойду в восточный туннель. Там Бьюри, наверное, прикольно, с ним не будет сейчас. Повеселимся. Я им как приду с дробовиком, так они охереют. Ух ты, матушку мою за ногу. Наплевать! Наплевать! Капец, они выносливые, охереть, эти все сталкеры. Падают с 5-этажной высоты, им насрать.